Это самая обычная школа. А это Курманбек, который учится в старших классах. Он очень добрый, веселый и хорошо играет в футбол. Но с ним никто не дружит. Мои одноклассники не хотят со мной дружить, потому что у меня есть диагноз, который их пугает. У меня ВИЧ. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Вирус поражает иммунные клетки в крови, и организму становится тяжело сопротивляться болезням. ВИЧ передается через незащищенный сексуальный контакт, при использовании нестерильных игл и шприцев или через грудное молоко от матери к ребенку. А это Айгуль. Она сидит с Курманбеком за одной партой. Ей нравятся книги, которые читает Курманбек. Они слушают вместе одинаковую музыку. Но почему же Айгуль не боится общения с Курманбеком, как ее сверстники? Потому что я знаю, что ВИЧ не передается через рукопожатие, общение, объятия, общую посуду. ВИЧ нельзя полностью вылечить, но можно принимать специальные таблетки, чтобы помочь организму и жить полной жизнью. Дружить, общаться, в будущем создавать семью и растить здоровых детей. ВИЧ не мешает быть хорошими друзьями. Поэтому я собираюсь научиться играть в футбол. ВИЧ не мешает быть хорошим человеком. Будь добрее.